родственники и друзья. Да, я слегка вспотел. Все потому, что ты меня оставил одного разбираться с дядей Арти. Не говоря уже о том, что присвоил себе мою заслугу. Можете потише, пожалуйста. Позвольте начать с любимого отрывка Эдварда из Библии короля Джеймса. Это первая книга Самуила, глава 18. Марта, хочу тебе вот что сказать. С нами в машине был дядя Арти, а вы заняли мое место на парковке. Нам пришлось на полмили отъехать. И я собственноручно толкал его инвалидное кресло. Это было мое место. Если ты не прекратишь тыкать меня пальцем, я из тебя душу вытрясу. Ты меня понял? Что у вас происходит? Она заняла мое место на парковке. Что значит заняла место на парковке? Вы на похоронах ведите себя соответственно. Затем Иоаннафан и Давид создали союз, потому как полюбили друг друга, как самое себя. И так получилось, что душа Иоаннафана оказалась связана с душой Давида. И Иоаннафан сбросил с себя одеяние и отдал его Давиду. Вместе с убором, мечом, луком и поясом. А теперь несколько слов нам скажет сын Эдварда, Дэниел.